Стрим упал. Не ушибся. Стрим упал. Что-то с интернетом похоже было. Или не с интернетом. О, Валька. Какое? Нами что, тут одна пачка падает, получается? Две. Вроде. Да. Хотя не сильно высоко. Перед тебе, да? Синий. 4-8, какое? Да, без гана. У меня есть ган. Надо? Да, еще один. Ага. Типы. Лайки держу. Не надо, не надо. Все еще там скачут. 60 травмы дал. Грякнул. Здесь. Пошли полутаем еще. Идут к нам. На мне уже. Семьдесят плафе. Еще 70. Хорош. На мне. 60 дал. Спине у тебя. Сверху, сзади. Но! My bad. Ты в пушках запутался, блять. Свапать местами, говно. Надо было Мозамбик взять. Точнее, не Мозамбик, а это. Я забыл, как называется. Дробовик, короче. У меня есть дробовик. Ага. Я ебать Джон Вик. Летай, арбалеты. Я бы песенки петь про террористов. Да? Не надо. Наверное. Ладно. Наверное. Америка. Mm-hmm.
Напор в моих штанах кто-то еще пробивать будет, блядь, походу, с таким внешним видом. Ля, check that ass, oh shit. Приблизить можно? Помнишь, мастер Лейба? Ой, лицо серьезное. Добил? Ай, красавчик. Люсь. На мне. Бегу. Не бегу. Наебал. Беги, не беги. Шестьдесят по лайфе дал. Хорош. Добил. 40 по дальнему. На мясе, на мясе, на мясе, на тебя. Красава! Проблема с управлением. Ой. Лайток не где не валяется. Только что забрал. Говно. Да, могу повидать с пачечкой. Я полутаю найду. Тут есть. На, поделюсь потом. Да, тачи под лайты нужны. Какие-то трупы, а это лайфа отползла. Тогда патронов у меня что-то совсем маловато. Маловато будет. Давай свапну ган, там целый тоф. Да мне... Вот тут очень много выкинул. Если есть, будет. Хэвики нужны. Я там скинул кучу, там 200, да, по... 200 патронов. Теперь нужны хэвики. Им полутай да закажи на эту штуку. Им полутай, на штуки закажи. Вот такая херня и вот такая херня. Ой, ой, там он попадает. Ты чё, птички не лутаешь? У меня две. У меня три. Третья лишняя. Будет мешаться, выкину. Х2 есть. Here, close range.
4-8 есть. О, 2-4 налутал, ля. Где ты там прицел пометил, денег? Около крафт. Шо, можем двигаться? Можем. Мы и так в зоне, да. Паучков захерачить. Банка нужна большая. Ага, ща, блядь. Ты как бы большим вообще? 3. Бля, где-то не раздуплили? Да. Ну, миссанули. Еще где-то? Застрял в текстурке. А, прикол. Щекеква. О, дроп перед нами стоит. Думаешь, не лутанный? Бля, кстати, или я дурачок и проебал, или там не было приклада. Ни одного. Не было. Был один белый, я его забрал. Ой. Ой-ой, армор. Бля, ни рюкзаков, ни прикладов, блять. Там что, дроп падает, да. Белый у самого есть. Лутали все. Интересно, куда они ушли после этого? Че, наверх поехали?
Да, соберешь левую жижу? О, синий рюкзачок сюда. Какую жижу? Материалы. А чё, не общие теперь? Да. Не хватает. Надо мне него еще. Три крутки надо. Там рядом свап лежит на всякий. Монком, да. Чё, едем обратно? Где-то слева были файты. Можем попробовать дроп залутать. Может, и файт найдем. Нафидим. Нафидим. Крейба. Деду надо. Галогов нужен тебе? Бан. Ну все, теперь занимаем какой-нибудь ХГ и сидим, пердим. Можем там попробовать. Мы только туда зайдем, а оттуда зону свалит, чекай. Ну можем. По-любому челы сидят. Можем вот это вот занять, посмотреть. Тут открыто, но со снайпера. Вообще надо вот туда в зону посмотреть, что. Там прыгают двое. Нафига. Бьем? Да. Че, будем что-нибудь придумывать с ними? Бля, ну у них так-то хороший спорт. Очень хороший, они нам пиздец мешать будут сейчас. Посмотрим, кому повезет больше, нам или... Лук летит.
спине файт. Да, вон на воде, я их вижу. Я упал. Под катушкой. Встань ФК, дружище, а то я слишком слабый, чтоб такое попадать. Да, в пизду, блять. Да, а эти другалючки все еще стоят, блять. Вон они на горе, там до сих пор чилят. Да, красная армора на чело были, типа. Ай, блин. Одни здесь. Блять, у меня снайперки нет, нихера. Я попробовал снять. Чё, они катушку не переставили? Блин, не понял, откуда второй пикал. Да, блять. По итогу дэмэджа 0 я дал с этого крабера ебаного. Перебегают челы. Крабер полутал. Бля, нам бы... А они вообще в зоне, не? Бля, я да, у них зона, пиздец. Ну я на этой херне тоже в зоне сижу. Бля, у меня тут сейва нет, кстати. Ой, бля, не шо. Три отряда осталось. Да, у нас там кстати... соло чел с красным армором, я так понимаю, и этих двое было. Нет, там не соло. Бежит. Вижу. 180. Да. Что это за говно? Стенка, он вот здесь. Бежит. Доел. Сто сорок вот этом дал. Рифе. Ой, пейша. Я брал не денег на 6. Давай, давай, давай. Урок надо красного. Вот тут. Я хилюсь. Застанил. Лайфе 140. Ой, ебать, я плохо сделал. Мама. Посмотри меня, посмотри. Вот тут. Бля. А, лаки. А чё думал, ты подходишь? А ты ливанул. Оттуда, my bad. Я сказал, я феникс жру, блядь. Да видел её, помню. Ну а чё тогда, да я хуйню. Думал, ты подходишь. Хуйню сделал, всё нормально. Релакс, релакс. Была б снайпер. Можно было тут поснимать. Они вот
это вот терпильное, хрен пойми куда. О, зажигалка нашлась. Котик мух ловит. Не могут поймать. My name is Jump Minister. Ой, бля. Кайфарик дымный. Симпион погиб. 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 Что, пойдем? К мальчикам. Yep. Зайчикам. Ой, прыгают. Не попал. Опять не попал. Один внутри. Внутри где? Здесь. На крыше. Я на крыше залетел. Достанил двоих, походу. Серый уебал. На мне еще. Блять, спасите. Блять, можно спотнуть. На мне, на мне. Good, nice. Safe to touch down. We're already in the next ring. Kill leader. New kill leader. They can have it. My sights are set higher. Делаем так. Феникс кип. Хотя по большим банкам что-нибудь есть? Нет, одна. Стоится надеяться, что там не особо все полутали. Да, так и есть. Так и есть, полутали.
Так и есть, не особо. Ну еще пачка должна быть вроде. Да я тут. Хайкикнулся. А, ты убил их? Нет, я их гантизм. Почему? Потому что шишка убил. Unlucky, бро. В орехи, кстати, в первый раз такая хрень. Бля, знаешь, что может быть? Из-за того, что у тебя изначально МБ интернета не было. МБ не все дрова подсосались. Сомнительно, я потом когда остановился через пробу. Саевскую или Асусовскую, какой там меня мать. Там она тоже поставила сверху, она к интернету подсосалась и все дрова закачала автоматом. Мама, я панк. Рома Власов, он у меня ВК наконец-то высветился. Kill leader. Ah, they can have it. My sights are set higher. О, я, кстати, реконнекчусь. Так что, мам, ты сможешь меня это... обратно того самого. Да ты живешь. Да? Это так работает? Да, даже не... Я просто ФК стою? Да. Я тебя еще попинал руками. Тьва. Ау? Мама, я панк. Has entered the game. Нихуя себе, ты Enter нажал. Alt F4 нажал. Я же и нам не оставили, походу. Ну и ладно. Значит, будем гранатами воевать. Да? Блин, на Иргосы перейти. Что? Казалось. Рогогосы. Да, пожалуй, сделаю так. Че, ты на Энерджи? Да. Сейчас я патроны подлутаю. Кликни на него, чтобы знать, где он лежит просто. Тайо! Ты мой! Медленно бегая. Next ring not close people. Нужен жестко снайперский прицел. Найду свист. Так как свистеть я не умею, то об этом не узнаешь.
Ебать ты. Страшный. Штурм, так штурм. На штурм. За родину, за смерть от старости. У нас в доме вот здесь. Да не о, как это мимо было. 120. Я хренью заниматься пошел, можно? Let's go. За смерть от старости. Может выйдешь и поможешь? Я другого типа. Короче. Бля, почти сломал. По мясу 50. Мок. Где-то друг его. Фанга на мне. Все. Закончили упражнение. О, дигитал. И это деду надо. Мне банку большую. Смотрите. Походу тут нет ни хрена, да? Банку большую у тебя нету? У меня вообще банок теперь нет. Там маленький полутай. Беру полутай. Бля, у нас что-то там пукал кто-то. Нам вот сюда заехать надо. Есть-то богатый. Ну что, 6 лайтов. Чё, трупы? Может, ган свапнешь? Тут 99 есть. Да, о, тут на мне близко прям в упоре. Я не дальнобойный. 75. За деревом. А куда он убежал? За деревом. Бля, по мясу. Наезжу туда. Нок, найс. Нок второго. Все. С той стороны набежал. Вижу. Снайпер. 8 сдал. Еще 80. Ульта 84. Мне воевать с ними реально нечем. Похуй. Поищи банк. А, забей, забей. Нашел. К ним еще одна пачка. А. Там ебать. Доел. Все, там пачка кончилась за камнем, которая была. Блять! Отойди. Я 4 больших банка полутал. Бись. Делишься? Я 301 полутал. Можешь одну большую дать? Да, надо. С правого поре. Вот 60. За смерть от старости. Блять, потихоньку сделал. Дал дэмэдж? Это? Да. Крэк лайфу. С другой стороны, я бы отошел. Да, го вот сюда под бэк. Хотя бы за дерево. Для начала. Я хилюсь. Давай. Надо ресет. Ресет. 50 до зоны. Сейчас чуть маленькими банками полез. Они все еще там стоят.
пускай стоят. Побежали. Куда побежали? Тут за камнем. Восемьдесят. В стороне где-то тут еще чуваки были. Бля, сейчас вальканемся просто вон, отсюда. Вон они стреляют. Вы вальканемся просто. Нас нет, кстати. Вот туда улетим. Давай. Я тебе нащелкну, я тебе лицо открою. Давай туда. Ой, надо вот эту пачку облетать. Дальше, дальше, проходи, пробуй. Вот сюда. Найс. Вроде not bad. Еще посмотреть спину. Где были типы-то, блять? Лайфа. 80. Блин, ну у меня были ближнее оружие, я тебе не особо помощник. Нормально, нормально, я так просто не подаю. Я просто нападаю, это нормально. Так я не нападаю. Опа, я пойду лук заберу. Откуда ты знаешь, что там? Сканить могу. Ты чё, Пеуса? Это на нас нажали. 70 дал. А что это нажали? Где нажали? Культ. А, вон нажали. Можем отойти. А, там тоже есть. Я отползаю. Да в жопу себя подстреляет, тупая, сзади бежит. Не видно, вон там один бежит. Вверху. На камнях. Красава. Да от меня тут чел, блять, убегает кругами. Help me. Блять, я не могу подлететь. Help me. Спускайся, спускайся. Аккуратно, так блядь. Хотелось слово сказать. Бляк, почему те челы не подсосали? Подсасывают. Уже близко. 145 дал. Ног. Попробуй даешь? Найс, свапай, 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 свапай. Найс, туда их, блядь. Свапать сложно, слишком быстро, я тупой. Боджо пивень. Восемь киллов, 2500 дэмэджа. Блин, а это ж даже у меня молоточки не лопнулись. 17 уровень боевого пробуда. Классно, если бы он у меня еще был. Эмблема Ривенан. Балбеж, это еще первый раз на него. Кайфово. Стоп. У меня же такие уже есть. Ебать, 3 пакета дали.
Инвайт-то будет. Слава в ДБД играет. Dead by Daylight? Мне нравится эта игра. А у меня не прокликивается инвайт. Еще через Steam попробую. Ой, нажал присоединиться. Ладно, тоже сработало. Сейчас сек. Подойду. Алло. Ну что, ты будешь пересматривать этот момент? Ой. Как ты валялся, а я убивал всех. Нет. Сука. Кстати, понятно, почему подсоса не было. Тот сквад с Лайфой и Фьюзом занят был вот этими типами, которые нас пришли закрывать под конец. Я-то. Ты летать умеешь, ты летать. А чё розовый?
Ну, я следующую на лобби играть буду. Лобби-бобби. О, соу, в этот дом падают. Патроны, что-то надо? Упал. На лайтов хочешь? Тут еще бины есть. Патроны. Okay. Оружие лежит. Перестрел первая. К нам. На крышу. 40. Кряк. Ну-ка ему вертикалочку. А я так не умею. Ты летать умеешь. Я упал. Где второй? В прямом переносном. Они оба там были. Один кляк, он ты там по мясу ему чуть-чуть подавал. Под тобой в дверь. Отползай вот сюда. He's with you. Forget to load your murder bot program. Залезь, свапни там, типа. А там наверху все лежит? А один внутри в доме. В доме, кстати, кто-то был. Да, есть, есть. Ой, у меня релот, блять! 133 по мясу дал. Который в доме. Что-то непонятное произошло. Да, я хп не пригенился. Почему она так прикольно выглядит, а? Кто? Лоба? Нет. Твоя вот эта вот женщина летающая. Мне не нравится. Слишком миленько. Мне не нравится скинтик. Аниме лайк. Ну типа того, да. Снимите ей бебру. Могу вот так сделать, чтобы очень сильно хотелось. Не на, верни! Так, блядь. Верни на место, я сказал. Ты меня сейчас заставишь надонатить, я себе куплю ее. Нет. Да? Нет. Нет этого скина. А, ладно, есть. Угу. В боевом пропуске привет. Да. Нету этого скина, умник. Заебешься 20. Ты уверен? Ну там чувак, очень. Ты уверен? Это тебе надо косарь на Battle Pass, ну монет. Ну. И еще сколько-то, чтобы апнуть сразу левел. Ага. Ага. И. А ты говоришь чуваку, который ты 40 на доту всрал? Ладно, пару все. Лет назад. Хочу аркану на квапуйновую арку называется. Ой. Ой-ой. У нас перед нами типа. Ой. Я не понял. Ну там падали, должны быть. Фиолетовый магаз лежит на Энергоса, а ты мне ничего не говоришь, ты злодей. Я отметил его. Ничего ты не отметил. Могу магаз поставить. Интересно. Ну, может быть, да. Может, армора какие полутаем. Забайтим чела прийти к нам.
Пала рюкзак лежит. У меня есть у нас. Внутри зашли, да? Привет. Не попал. 52 справа. Ой, застанил. Блять, на меня еще. На меня убегает. Как же он? Почему не попадать? Ой, я ливнул. Красава. Ты умер? Нет. Магазин маленький, попадать не успеваю. А ты с концами консинул, да? Да. А ты их отхуярил? Нет, пока. Я свалил. Да, я что-то это, я думал, тебя жахнули и эскейп консип нажал. Нага! Нага! Ко мне сзади подошли, почти залезли. Кейп консип. Блин, там в сезонках классный скин на Вальку. Цыганский такой чисто. У него все в золоте. Глаза в золоте, губы в золоте, волосы в золоте, вся в золоте. Возможно. Этого мы не узнаем никогда. Я более чем А чё втроём? Не знаешь? Бля, надо акум вытащить из-за уга. Придурок. Ай, дурак. Видос Эйс Вентуры и Инвичер 3. Хочу посмотреть. Эй, Свинтура, ты, кстати, можешь на саппортах крафтить баннеры нокнутых, убитых челов. Ор выше, ор. Why am I jump minister? Падаем. Да. Бля, какие височные попы падают. Бля. Бля. Ой, а как это объективизация? А как это они? Да. Ладно. Понял. Извини, блядь. Он умеет. Он это умеет делать. Я чуть тебя стрелять не начал. А, ой. Они оба умеют, с двух сторон причем. Еще на меня что-то. А я с хавака даже разгоняться не начал успевать. Еще на меня что-то выпендривался на страйкболе. Да. Че, гномов? Алло. Здрасте. Я за гранатометом поехал.
Че, пиротехнику будешь покупать? Да. Реально? Да. Гранат точно. Лул. Буду тебя кидать. Бля, меня сегодня так обнадежили в магазе в синем. Он говорит, один лоудер какой-то приезжал, по-моему, даже по вашему заказу. Я такой, можно забрать? Нет, к сожалению, нельзя. Надо подождать, пока магазы от тебя доедут. Чтоб целиком мне тут забрать. Сразу. Бля, у них такое долгое перемещение. И, бля, я не помню, когда мы заказывали? 20 что-то там. 20. 22-го? Нет, не 22-го. 22-го мы на игру ездили. 24-го где-то, походу, да? Так, граната ручная страйкбольная. 300 рублей. Штук 10 купить, блядь. Один хрен будет мало, но зато будет весело. Пострелять не дадут. Двух гранат. Кидаю осколочную. Я даже говорить ничего не буду. Че, пойдем куда-нибудь по гномиков лайк или че? Кого? Лайкать гномиков? Лайкать гномиков. Хуярь. Шары 0.25. Меня 0.25, кстати. 8.410. А ты какие шары брал? Тоже на 25. Слава сказал для улиц сам то. Тот самый минимум, который мне так сильно сдувает. Рацион и питание. Ну-ка, удиви меня. Бля, мы же на весь день поедем, надо будет еще и хавкой затариться. Я могу с работы что-нибудь типа там водичек, энергосика взять. Ниги. Ну это... Такое. Целую коробку бери, я плачу. Где ты лоудеры? Они так и пишешь просто лоадер. И где? Хочу лоадер. Такого нет. О, есть. Реклама синего магазина пошла на стриме. 800 рублей. Все товары лоудеры. У меня цимовский на 100 шаров. Но я очень хотел, чтобы был цимовский на 470, но... Они... Вуспорт. Увеличенная емкость для магазинов М-серии. Класс. То, что мне надо. А тебе похер какой? Наверное, хотя... А, не, этот какой-то прям, типа, вставлять надо. Точно, точно, точно. На 1000 шаров. Ну, типа есть на 470 и на 600, вот они, блядь, самое то. Но их нету, блядь, вообще нахуй. Может, в других магазах посмотреть. Переходник для лоудера М-серии под магазин АК. Airsoft Store. Москва. А есть не Москва? ПБС шоп сайт. Блин, там столько прикольных автоматиков висит на самом деле. Да. Блин, вот эмки от этих. Откуда у тебя калаш? Как он? Арктурус, да, очень понравились. Они прям очень хорошо сделаны, собраны. Тяжеленькие такие, прикольные. Да. Аксессуары, наверное, да? Маяки. Нет на складе, нет на складе. Что за нахер? Прочее. Нет на складе. Лоудеров в Питере, походу, болит, вообще нету. М62. 7,62.
Airsoft. Zip Airsoft. На водный. Прям где-то на, здесь. На водный выходит. Да-да-да. Вот это вот. Вот в этом прям здании справа. Где окна сбер написано или что-то такое. А, во, магазины. АЕК. Ты там Арктурус? Арктура деду? Я уже думал по поводу барабанов, кстати, я полкал на 7 часа 2. Бля, подаук нету магазов. Вообще, я сегодня спросил, мне сказали, подойдут, типа, любые от Арктурус. Но тут даже нет Арктурус вообще. Что за... Я как же уверенно тут поиск сделан. Скики денег. А Слава говорит.
А, ну этот, кстати, возможно, просто с отсечкой по 30. И нет. Нет, даже, походу, нет. А можно характеристики там что-нибудь посмотреть? Какую жопу отсечкой ты прошел? Ну, есть специальные магазы под этих всяких милитаристов, которые хотят себе, чтобы у них максимум 30 патронов было в магазине. А, типа по 30 шаров, что ли? Да, да, да. И вот там внутри, типа, снимается верхняя часть этого. Понял. Магаза достается внутрянка, и там перещелкиватель, типа, на 30 шаров. What the fuck? Не, ну минимальный донат в полтинник у тебя, это, конечно, да. Сколько ставит? 10? 1? 5? Или 500? Хочешь десятку поставлю? Не, не надо. Да. Ну, типа, непонятно по совместимости, будет оно нормально работать. Можно бы погуглить. Совместимость. По дате рождения. Магазины M-серии совместимы с примадами от цена Arcturus AK-12. Может, на сайте что-то про него написано, про совместимость? Угу. Мама, я панк. Слышь, челебос? Чё? Как дела? Нормально. Так. Пятки некоторых магазинов, в принципе, все не то. Это мой первый привод. Правый ваш возьму. Привет, очень нравятся твои стримы. У меня сегодня ДР. Поздравь же. Спасибо, поздравляю с ДР. А оповещение было? Я не видел, кстати. На экране нет. Бля, вот залупа. А, я знаю почему. Поздравь человека с ДР, ты говно. С днём рождения! Я знаю даже, кто задонатил. Ну, естественно, знаешь, у тебя там по-любому подписано кто-то донатил. Не, этого я не видел. Зато я теперь знаю, почему не работало. Почему? Потому что не было продублировано донат на... Да? Да, починил. Невозможно одновременно сидеть у тебя на стриме и с тобой в дискорде. Выключи звук.
IRL или в Дискорде, или в Твиче. Я могу уши себе сломать нормально. О, подробный обзор, это надо. Что у тебя на завтра, какие планы, ты, человек? Ну, поехать, видимо, уже купить лоудеры. До выходной? Да. Плюс поехать купить одежду. Купить одежду. Качество сборки. Блин, а можно про магазины? Вместе с приводом. Ага, ага. Механический магазин, позволяющий изменить емкость. А, у тебя, слышь, даже с завода вот этот магаз, который позволяет на 30 шаров сделать. Куда? Поменять профиль в поле, не про гербокс. А где про магазы? Всем привет, с вами Евгений Вишневич. И сегодня мы будем с вами смотреть сразу... Что совместимость магазинов мне нужна? ...2022 года, которые стали, видимо, станции. Подробно, и ДТК сделали 12 в разобранном виде, без колеса есть, но он минимальный. Вторая крутая фишка этой... Нет, не шестер, Итак, различия версии следующие. Если глобально, то провода отличаются между собой длиной ствола, наличием версии координации механического расслабления пружины, цистернями, моторы и оптические датчики. То есть включает аккумулятор. Я расскажу сам принцип, а более подробную информацию оставлю в описании. Все программирование происходит с помощью искусства. Рейс Вентура и Сайберпанк. И так далее, тут не требуется. Сколько можно мне форсить видосы по бойцу Баки? Спасибо. Я его уже смотрел, я не хочу смотреть опять выпуски. Это получится как снаружи, мне придется пересмотреть еще раз. Нихера себе скорострельность. Это надо настраивать, я уже даже понял, как мне сейчас падают эти девочки зависеть. Ебать, он плюется. Кайфарик дымный, да? Совместимость терминалов приводов и магазинов. Ага, спасибо, блядь. Ай, блядь. Что такое? Ты чё ругаешься? Да нету инфы по совместимости магазов. Ты знаешь, что... Для всех калашей подходят магазины от калашей, если чё. Да это-то понятно. А что тогда? Это в жизни, точнее, у больших... Ну, у клиентов такая система. Не думаю. Я у Славы спрошу. Так же вообще не всегда. Например, у меня на Ауге не подходит магаза Цимы, например. Да хрен его! Эти страйкболы ваши. Едете в знакомый мне лесок ПКМ, выкопать с ним на стрейкбол прийти. Главное цинк с собой прихватить, чтоб ра-та-та-та-та делать. И
будет реально мясная заруба. Прикольно, да? Видос Думгай против ТикТока. Ага, интересно. Перспективно. Я, пожалуй, все-таки Эйс Авентуру в Сайберпанке посмотрю. Я вспомнил, что я посмотреть хотел. Тура. Сообщение. Работает. Сообщение. Тут не работает, но я и дурак, конечно. Сообщение. Сообщение. Working. В плане? Да, по оповещениям. Ну, больше ты их не услышишь. Экс-дидишка. Эй, бомжор, лови фаутор. Ха-ха. Пойдем куда-нибудь. Ты что, спать? Спайс? Спайс? Лягу попробую. А, маки, бро. Да хрен знает, во что? К нойке. Risk of Rain. Dita 2. Мне правда самому плохо стало от этого. Зита твой. Тёр трали, го. Это. Battlefield 5, го. Это. Battle 1. Нету. Они стоили по 150 рублей, если чё не купил.
Когда в 2001? Да не лето. Где Origin скачать? Что за хрень? Нету Origin. EA Sports The Game. Угу. Есть. EA Launcher есть. EA Launcher. Download the app. Ту-ту-ту. Эй, Миша. Чё? Чё? Поедешь со мной к девочкам легкого поведения? Ней. А если Света не узнает? Ней. А она стрим смотрит? Ней. Да почему нет? Ней. Не поеду. Зачем? Мне одному скучно, наверное, будет. Хотя с ними, наверное, скучно. Ну и ладно. Тогда я сам. Один. Без зла. А чё там, данные для входа такие же или чё? Нет, херня какая-то. Блин. Всё плохо. Или нет? Да-да, прочитал. У меня просто в чем проблема? У меня вот аккаунт, да, вот этот вот. У меня вот почта, которая к нему привязана, короче, я пароль от нее просрал миллион лет назад, туда зайти не мог. А он мне туда еще подтверждение кинул. Ай-яй-я. А, у меня тут только пятая батла есть. Первой нету, ее тогда тоже не купить. У меня третья, четвертая, пятая есть. У нас собралась пачка на страйкбол наших ребят, которые должны быть против кого-то. Вода у них. Нет, Слава выделит, сказал. И сколько? Чё сколько? Сколько у вас там пачка набралась? Ну, пятеро. Твоя... А я за кого буду, если буду? Ну, и либо against, либо типа там пошафлим как-нибудь команды именно на... Да чё, там типа... Я против всех буду. Там надо просто будет... Я буду конкретно против тебя, я буду тебе по рукам, по ногам стрелять. Сука. Да не, там... Ты первый эту войну начал. Ну, это циглы, блядь. Чё там, надо типа сделать... Надо съемку? Пара раундов там или чего? Как мы это будем делать, я не знаю. Вот, а потом можно что-то типа обычных пострелушек устроить. Хз, 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 хз.
Чего она 1200? Рублей стоит. Я знаю классный сайт, где ее бесплатно купить. You know? Но в коопе ты поиграть не получится. Ты хочешь. А чё, а где? На Street Fighter скидка есть. А на Mortal Kombat нету? На Tekken есть. Джерри. Где скидка на Мартасик? На Наруту есть. Нарутная скидка. Паркур, паркур. Базаришь. Я злой. We were here forever. Warface. Имя. Дожили. Что за хрень с этим миром творится? Что с ним не так? Почему такие игры тут рекламируются? Это неправильно. Лидер продаж Arma 3. Age of Wonders. Battle Sold Out. Бля, вот ты видел сеттинг этого Вархаммера Верментайда 2? Да. А при чем тут Вархаммер вообще? Юры, спроси, он знает за лор, мне срать вообще. Давай сделаем круто. Так, сюда, сюда, оп. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Какую группу DLC? Так. На. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Ладно, я спать пошел. Ну а шо? Время уже 1:30, прикалываешься. У меня еще завтра кил. Пипец как много. Ладно, давай. Давай.